В Ненецком округе подвели итоги второго чемпионата «Обилимпикс». Во втором региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие 67 человек. Их работу оценивал 51 эксперт. Состязания проходили по 10 номинациям на 4 основных площадках – в средней школе номер 4, Ненецком аграрно-экономическом техникуме, Ненецком профессиональном училище и Ненецком региональном центре развития образования. Соревнования «Обилимпикс» в Ненецком округе проходят во второй раз. Традиционное участие в них принимают люди с ограниченными возможностями здоровья из числа школьников, студентов и взрослые до 65 лет. 3 дня они состязались в умениях и навыках. Хочу также, конечно, поблагодарить вас, дорогие участники, за ваш проявленный ум, мастерство и пожелать вам, как и прежним, новых побед, свершений и, конечно, не останавливаться на достигнутом. Один из участников конкурса, Виталий Хабаров, выбрал компетенцию обработка текста. Говорит, что полученный навык очень пригодится в работе. Для тех людей с ограниченными возможностями здоровья, кто еще, скажем так, не профориентирован, да, для них это действительно важно, потому что, во-первых, ты полноценно социализируешься, чувствуешь себя действительно как бы компетентным профессионалом, то есть вот такой тренажер, попробовать себя в тех направлениях, в которых ты считаешь себя профессионалом, то есть компетентным, и показать не только для себя свои умения, но и другим. Вот это, мне кажется, основная роль в Олимпиксах. Вязание крючком, флористика, резьба по дереву – в каждой из 10 компетенций жюри определило лучших. Так в номинации «Изобразительное искусство» золото досталось 9-класснику Семену Карманову. Раньше учился в художественной школе, закончил ее почти с отличием. То есть трудностей для тебя не возникло тогда? Возникло, так как соперники были очень сильные. Семиклассник Иван Литков признан лучшим в компетенции актерское мастерство. На конкурс он подготовил стихотворение Василия Литкова. Ты еще не видел чуда? В нашей тундре не был. Видишь, сопки, словно чумы, подпирают небо. А по небу к океану, подчиняясь урагану, мчатся тучи тени. Я выступал в стихах ненецких поэтов. Боялся выступить, но все выучил. У меня учитель был, мы в классе все повторяли. И вот я в первый раз на сцене выступил. Помимо самих соревнований, в рамках «Обилимпикса» были проведены профориентационные мероприятия, ознакомительные экскурсии, мастер-классы. В рамках чемпионата мы провели круглый стол по проблеме трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. И мы провели несколько мастер-классов, в которых могли принять участие обучающиеся школ, студенты наших профессиональных образовательных организаций. И мастер-классы проводятся для того, чтобы привлечь наших выпускников наших школ на ту или иную специальность в нашей профессиональной образовательной организации. По итогам соревновательных испытаний победители регионального этапа «Обилимпикс» примут участие во всероссийских состязаниях чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья осенью 2019 года. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».